Добрый день! Вы на канале Рыбакит, с вами папа, который рисует, и я сегодня рисую скрипку. Это сложный рисунок и очень красивый музыкальный инструмент. Я покажу, как я рисую скрипку, а вы можете нарисовать ее по-другому. Смотрите, я ее делю на две части. Это гриф и вот струны. И сам барабан скрипки. Я точно не знаю, как его называть. Может быть, тело можно называть. Но точно знаю, что это изящный инструмент. Я рисую вот такую деку. А, дека, точно, ее дека можно называть. Но это держатель для струн. Самое трудное нарисовать струны вот сюда. Их 4 струны. 1, 2, 3 и 4. Вот сюда они идут. Это струны моей скрипки. И они все идут вот сюда. 1, 2, 3, 4. А здесь такой вот кружочек нарисую. Я, конечно, примерно рисую скрипку, насколько я могу вспомнить, как она выглядит. Здесь я нарисую гриф моей скрипки. Вот так вот он делится. И сюда идет. Сюда идет гриф. И с этой стороны гриф. А здесь нужно нарисовать колки. Колки моей скрипки. Вот. Их нарисовать нужно 4 штучки. Один колок. Вот здесь вот я его рисую. И вот так вот. Видите? Вот так. И вот так. Ими подкручивают струны. А здесь такой красивый завиток. Вот такая скрипка получилась. Здесь струны расходят в разные стороны. Отлично. Теперь нужно рисовать саму скрипку, тело скрипки. Его трудно нарисовать просто так. И потому посмотрите, как я это делаю. Оно симметрично с этой и с этой стороны. Мне нужно нарисовать такие изгибы. Здесь изгиб. И здесь изгиб. Должны симметричны, похожи друг на друга. А теперь отсюда я веду вот сюда. Смотрите как. Раз. Раз. И здесь также. Раз. Раз. И получается вот уже такая форма скрипки. Теперь я нарисую толщину. Толщину моей скрипки нарисовать. Вот эту толщину. Это такая важная вещь, потому что скрипка, она должна быть красивая. Так. Так. И высоту. Толщину имеет скрипка сама. Она имеет вот такую толщину. Вот так идет. И здесь она имеет толщину. Вот. И еще самое интересное, у скрипки есть такие маленькие прорези. Вот так рисуем кружочек, кружочек, а после этого соединяем их. Вот. Скрипка готова, осталось нарисовать только смычок. Смычок я нарисую таким образом. Это палочка такая. Палочка. А на ней много-много-много таких натянуто волосков. Я знаю, что это волоски конские. Вот такой смычок получился. Смычок, скрипка. Она немножечко мне кривовата, но не будем придираться. Раскрасим. Сначала я возьму светло-светло-бежевый. Вот так вот. И везде покрашу, где хочу. Она у меня будет из светлого дерева. Но после этого я возьму немножко покоричневее. И вот здесь добавлю. Такой переход. Получается, что она по краям светлая, а немножко внутри она темная. Так, я покрасил. А теперь я возьму еще темнее. И вот здесь покрашу бока моей скрипки. Будут темные. Темные. Так. И гриф моей скрипки тоже будет темный. Вот здесь и вот здесь. Вот так. Вот, покрасил. А теперь я возьму красный цвет и немножко добавлю вот сюда красный, сюда и сюда. Я хочу, чтобы она такая немножко горела, что ли. Немножко черного тень добавлю. Вот такая вот скрипка получается. Такая немножко старенькая, что ли. Так, мой смычок, он тоже у меня коричневый. А волоски бежевые.
И здесь бешеная. Вот такая скрипка. Надеюсь, я нарисовал не очень страшную скрипку, хотя знаю, что скрипку рисовать трудно, и у вас получится, может, получше, потому что здесь я немножко сплошал. Все, ребят, до свидания. Подписывайтесь на мой канал, рисуйте вместе со мной. До новых встреч. Пока-пока.